Доброе утро. Давайте знакомиться нашего нового подопечного. Зовут Зефир, и он ищет новый дом и любящего хозяина, которому сможет открыть свое сердце. Что ж, давайте познакомимся поближе. История Зефира довольно печальная. Его хозяин скончался, и наш подопечный остался совсем один. И сейчас он ищет новый дом любящего хозяина, которому подарят всю свою любовь и ласку. Да, Зефирчик? Зефиру около 4 лет. Это жизнерадостная, смышленая и очень обаятельная собака. Без труда подружится со всеми и даже с кошками. Тонко чувствует своего хозяина и всегда готов поднять настроение. Главное для нашего Зефира – это компания человека. Он не любит подолгу оставаться один. Ему нужен хозяин, которому он станет по-настоящему верным другом. Судите сами, мы знакомы буквально 10 минут и уже успели подружиться. Да, Зефир? Зефир привит и обработан от паразитов, приучен к выгулу на поводке и неприхотлив в еде. За время существования нашей рубрики мы пристроили уже более 100 собак, но скажем, как на духу, такого мягкого и покладистого подопечного что-то не припомню. Наш Зефир на прохожих не лает, ведет себя довольно интеллигентно, с ним ваши нервы будут на месте. Присмотритесь к Зефиру, в нем вы найдете друга, который действительно никогда не предаст. Как известно, собака – это не просто друг человека, это часть семьи. Давайте поможем Зефиру найти свой новый дом и любящего хозяина. Звоните по телефону, указанному на ваших экранах, и пусть каждое бездомное животное найдет свою дорогу домой.